Всем привет! Сегодня у нас будет угольная армия. Ну и 30 уровень кабашки, который мы фармили очень долго, скажем так, год, каждый день, по максимуму попыток. Старался пропускать по минимуму, мы все-таки докачали 30 уровень. И после угольной мы его откроем и посмотрим, что же там будет дальше, что нам дадут и сколько нам надо будет качать. Еще просветы. Так. Ну, у нас сегодня будет тест вот такой вот команды. Афина, как обычно, с воодушевлением. Тыковка тоже. Хочу ее дальше протестить. Повелитель бури с ожогом. Не хочу его ставить на урон. Такой вот Анубис будет с утеканием. Рино. Ворожай. Тоже с ожогом. Ну, поехали. Афина должна нас тут сейчас по чуть-чуть заряжать. Вот так за два раза она заряжает. Как раз получается, пока герои выйдут, она заряжает. Ну, давайте ускорение возьмем. Повелитель бури, как хорошо работает. Массово причем. Неплохо, неплохо. Можно было бы сюда еще Бигфута взять. Но уже мест и так не хватает. Так, череп. Никому с него баф снять. Пегасика не взяли. Хотя надо было бы. Вот плюс тыквы с воодушевлением. Она всегда на заряде максимальном. Пятнадцатая волна. Весь тряж, как обычно, начинается у меня на 20-й волне. Что-то я никак не могу справиться с этим боссом. Тыковка нас ускорила. Ничего себе, даже хватит еще на 16-ю волну. С повелителем бури, конечно, неплохо смотрится состав. Интересно, что будет на 20 уровне. Так, тыковка, давай быстрее, пока Арктика не включилась. Хотя у нас тут есть Бигфут, он будет забирать энергию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Афина. Ворожай под хил. Успели. Это хорошо. Так, кто у нас слился? Или все живы? Не вижу Рину. Рину слился, походу. Сволочь, не дожил. Это плохо. Это плохо, потому что сейчас нас без Рину. Хотя, смотрите, неплохо. Держимся. Пока он не включился. Ух, не включайся. Ой, как хорошо стан работает. Проходит стан или нет? Что-то не вижу, еще чуть-чуть. Есть, слили. 22-я волна, ребят. Конечно, у нас жалко Рину нету. Ух ты. Это что было? Что-то как-то они эпично посливались. Так, хорошо, 23-я. Заряженные вольты. Так, бур включился. Теква, разгон.
Бур, включайся. Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Блин, вроде 205-е левела пошли, ребята, 24-й. 538 тысяч, новый наш рекорд. Так, Рино. По сути, мы без Рино были. Давайте попробуем вместо Рино поставить. Надо кого-то не особо дамагера поставить. Рино, конечно, хорош. Так, 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 так. Надо подумать, кого интересного взять. Седна не пойдет. Можно, в принципе, попробовать хранителя. Как вариант вот такого. Давайте попробуем ради интереса. Поставим ему оживу. Вот так вот воткнем. Так. Так, так, так. Тут у нас все вставлены. Артефакты оставляем. Поставим у этого слона. Попробуем таким составом. Берем хранителя. Вот такого вот с утеканием. Тыковка вроде у нас выживала до последнего. Поехали. Берем ускорялочку. Ух ты, чуть Атлант не включился. Это было жестко, жестко. Надо будет сюда попробовать Арасика взять в эту команду. Ради интереса посмотреть, что будет. Ну, Повелитель Бури отлично справляется. Станет вообще круто. Не знаю, очень, очень кайфовый герой. Мне очень нравится. Так, 17-я волна пошла. 18-я. Вот, по-моему, здесь драйки, на них тоже очень часто мы сливаемся. Да, вот они, сволочи. Повелитель бури. Ух ты! Жестко, жестко. Видите, даже, в принципе, Повелитель бури нам помешал пройти. И всего-то за 20-ю 298 миллионов дали. Ну, 538 пока такой вот результат у нас. В десятку вошли. Да, там сути, по сути пару волн разница. Ну, будем стараться что-то менять. Побежали в следующую нашу локацию. Апаем нашу КБшку, которую мы мучили целый год. Даже не били. Все, ребята, вот так вот. Исследуйте и побеждайте монстр, чтобы увеличить свой уровень. Увеличивайте уровень, чтобы открыть новые области. Уже максимальный уровень. Вот так вот она выглядит на тридцатке. В принципе, ничего не меняется, ничего не добавляется у нас. Улучшение на 30-й 9000 кристаллов. Недешево, я вам скажу. Но ничего не поделаешь. Производство 2000, а на 30-м 220. Ну, максималка так максималка должна быть.
30-й. Восемь по 9000. Почти все слили. Так, ну что, есть. Давайте теперь посмотрим, сколько нам будут здесь давать опыта. Ради интереса, для прокачки на следующий уровень. $340 за такую пачку и опыта 260, но это за топовую пачку со вторыми эволюционированную, а за простых $96. Сейчас посмотрим, сколько будут давать. Так, ачивочка пришла. А ачивочка у нас руна смертельного удара, 4-й слот. Вот так вот. Ну что, здесь у нас в замке все пройдено. В битве все, все ачивки. Подземки у нас только остались, когда их откроют. И все, тут все, в принципе, у нас только осталось ждать 8-ю кошмарку и пройти ее, чтобы забрать максималку с ачивок, которая на сегодня у нас доступна. Так. Рино, давай включайся уже. Хватит набить. А, там вражеская Фрея. Ужас, не дали зафармить золото нормально. Вот единственный минус этого нового героя, повелителя дырочек с ожогом. Арасик может блокнуть. С каменкой будет, думаю, поинтереснее в некоторых ситуациях. Ну а так, мне нравится, в принципе, такая сборка, какая есть с ожогом. Так, смотрим за пачку за 9 силы. Там 96 было, тут у нас уже 144, а было, по-моему, если не ошибаюсь, 106. Так, а ну-ка за эту 96. Ух ты, как начало падать. Ужас, какие нубасы не могут пройти. Вот что значит не хватает негра. Так, есть еще одного жирного зафармим. Хочу найти пачку с 15 силы, если нам повезет. Ну, не с 15, а с 15 выносливости. Посмотреть, сколько за нее будут давать. Так, есть. Смотрим. Так, опять со второй ава. То же самое получилось. Так, это 15. Девятка. Ну, прирост получается неплохой. В опыте 144 дают. Вы напишите, сколько на ваших уровнях, за какую пачку дают. Интересно будет это все сравнить. Вот наш первый демон. 50. Так, а ну-ка, раз, два, три. Раз, два, три. 516 миллионов с отражалкой. Сейчас испытаем его. Так, замедлили.
Хорошо, что у меня на них замедление стоит. И он не автопрокер. А то было бы очень жестко. Ну, сколько за тебя дадут? $250. Ну, как-то маловато. Маловато будет. Так. Наверное, скорее всего, мы не словим пачечку за 15. Опять девятка. Ну, смотрите, со вторыми так и валят через раз. Это хорошо. Ну, приятно, по 320 за такую пачку дают. Это уже хорошо. Пару таких пачек и у вас на ту же самую эволюцию красные камни. Думаю, будут намного быстрее фармиться. Насчет синих, конечно, ничего не изменится. Даже 30 уровня шахты нам не помогут особо. Интересно будет после полуночи протестировать, сколько все же здесь будет у нас дополнительных ходов. Так как раньше плюс 13 или все-таки больше. Я надеюсь, что больше, потому что очень много надо. Так, еще один демон. Огромный урон. Что по жизни у него? 292 миллиона. Ну окей, побежали. Проверим его. Так, успели замедлить. Вроде бьет даже. Ну, Фрейя, честно говоря, тут пофиг. Быстренько задавили. И что нам дали? Плюс 700. Ну, нехти, нехти, не очень. Хочу самого жирного словить, посмотреть, который станет. Может, нам повезет. Так, 12-я пачка. Что нам за нее дают? 160. Уже получше. Не забудьте, напишите у каждого, сколько на каком уровне дают. Я думаю, у нас тут с разными уровнями есть игроки. Посмотрите, потестим. Посмотрим, насколько быстро фармить на каждом уровне будет. Так. Ну, на это у нас, по-моему, где-то около 3 месяцев ушло на прокачку с 29 по 30. Где-то так, если я не ошибаюсь. На один только уровень 3 месяца ушло. Так, стан целей. Смотрим. Что-то как-то маловато у них по жизни. Быстро они сдуваются, они жирные попадаются. Было бы, конечно, 4-5 по 500, точнее 5 по 400, получается, что у нас больше. По-моему, у меня было 4 по 400 всегда. Интересно, интересно. 144.
Так, уменьшает урон. Тоже мало, как-то маловато, не знаю. Что-то странно даже. На 29-м намного жирнее демоны все были. Остался только демон со станом, который самый там жирный у нас есть. Но эти как-то очень быстро разлетаются. Соответственно, и награда за них не очень. Дайте жирного. Жирный, приди. Да, видимо, мы не словим сегодня тут пачку за 15. Ну, думаю, в другой раз выловим 100%. Ну, девятки намного чаще вылазить начали. Так, оригинальное сокровище по 11 тысяч, следующее 22. Ну, в принципе, не особо дорого. Так, пачечки с Атлантиками. Да, интересно насчет демонов. Странные демоны какие-то. Так, вот пожирнее есть. 716. Пробуем. Да, тут уже по времени, конечно, повеселее в 2 раза. Где-то до 2 минут. Ух ты, как он моих по чуть-чуть раздал. Фига себе. Три минуты почти. 1400, все равно максимально 1400 дали. Обидно. Я думал, 1003 дадут. Так. Торговец. Это, конечно, интересно, но тоже было бы неплохо, чтобы торговец с уровнем менялся, увеличивались награды.
Все, опять зависли. Так, смотрим, что тут у нас. О, тут у нас жирненький. Или не очень. Не, нормальный. Тоже как раз впритык. Останется секунд 20. 30 даже, наверное. Или 40. Мне как раз 25 есть, тоже 1400. В общем, ничего не поменялось по наградам. Ну как-то чаще, я не знаю, с чем это связано, начали сейчас выходить. Обычно они после обновы выпадают хорошо, а тут смотрю, почти на каждой покупке выпадают редкие пачки. Было бы интересно здесь встречаться с другими игроками. Было бы, думаю, намного интереснее локация. Там хотя бы по уровню силы примерно кидали бы. Или по силе пачки. Тоже было бы, думаю, интересно. Как и в лабиринте, например. Так, ну, последнее. Так, в принципе, у нас тут должны собраться. Так, использовать. Забираем. Вот даже так сделали. Так. Вот и все. И опять пачка вышла. Как-то странно, странно очень. В принципе, все, чего хотели, добились. Теперь будем фармить уже 30 уровень, смотреть. Может, действительно что-то здесь поменялось, хотя я не очень в этом уверен. Пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите прокачки на китайке. Там трешечка побольше, чем у меня, потому что там качается все с нуля. Все, всем пока.